Отменены только дальние рейсы 587 до Челябинска и 828 до Красноуфимска. Остальные все ходят в обычном режиме. Дальние рейсы пришлось отменить из-за погодных условий. Если автобус сломается на трассе в такой холод, нелегко придется и водителю, и пассажирам. Мало ли, замерзнет где-то на трассе, встанет, сломается. Людей так надо куда-то девать, пересаживать. А здесь по 150-му все деревни, все работают как обычно. Ничего мы больше не отменяли. Юрий Евдокимов работает водителем 15 лет. Говорит, морозы ему не страшны. И для уральской зимы, мол, явление это обычное. Да и автобус, на котором мужчина работает, ни разу не подводил. Автобусы подготовлены к зиме. Видите, тепло же в салоне. Автобусы как бы у нас без боев идут, то есть каждые 10 минут все автобусы на линии. Вообще большинство водителей уверяют, погодные условия никак не сказываются на их работе. Я не ощущаю. Нормально, да. Для нас 50 это ерунда. Леднящей погоды не испугались и пассажиры. На автостанции, как и в обычные дни, многолюдно. Деваться некуда, у всех есть неотложные дела. Меня заставила учеба, зачет. Не будь бы зачета, просто бы из дома не вышла в такую погоду. Помочь внучке с правнучком поводиться. Я поехала в автошколу на права учиться. Как уверяют работники автостанции, переживать пассажирам не о чем. Если автобусы сломаются, то быстро приедет техпомощь. Людей пересадят в другой транспорт и доставят до места назначения. Ксения Иноземцева, Влад Черноусов, Интера ТВ.